новый срок у нашего президента будет? Я имею в виду срок президентский. У Владимира Владимировича да. Нет. И он уйдет до формального окончания этого срока. Неужели? Да. То есть что, каким-то таким на ельцинский какой-то манер такой? Планируется на ельцинский, то есть в 23-м году. Угу. Но я, ну, это слишком отдаленные планы, вы понимаете. Но я думаю, что придется по-другому. Ах так. Да. Ах так. А что и кто придет ему на смену? На этот вопрос не существует даже гипотетического даже, ответа. Даже вы не можете. Даже нет. Не существует. Я все-таки стараюсь находиться в рамках существующих знаний, определенной логики, там, известных мне аналитических схем. Нет. Есть аксиоматика, что вы можете предсказать вхождение в кризис, но вы не можете предсказать результаты на выходе из кризиса. Здесь только одно работает. Если вы хотите получить то, что вам нужно, идите и участвуйте. Mm-hmm. Боритесь. Mm-hmm. Если вы не боретесь, не обижайтесь на то, что получилось. Это точно. Помимо вас. Это точно. А вообще, как вы считаете, взрыв изнутри ситуации возможен? Да, я думаю, что будет усиливаться давление. Именно те, кого мы сейчас считаем, и обоснованно порой считаем пассивным, инертным и депрессивным большинством, была сделать все для того, чтобы эти люди поднялись. Угу. Именно власть, подчеркну, не оппозиция. Роль оппозиции в том, чтобы показать им, куда двигаться и за кем. Вот для этого нужна оппозиция. Но все остальное делает сама власть. И делает